Всем привет, дорогие зрители, канал Папа Юсов, мы с вами. После конь Алта Дуражья, мы, которые голодны, да, сейчас кормим дети, потом поедем домой. А что мы покушаем? Мы где должны? Нашу улицу уже. Кузеяка, мы приехали в микрорайон. Сейчас я вам вокруг показываю и что заказываем тоже. Показываю. Уже вечера, друзья. Эзан читается. Это наша улица. Вот это кафе, мы постоянно приезжаем сюда. Вкусно пиде готовят. Пошли. У них пиде хорошее. Раньше здесь все закрыт было, они сейчас открыли. Очень хорошее получилось здесь. Ребят, садитесь сюда. Вот. Да, хорошее место. Садитесь. Вот. Хорошее место. Эништа, кулай ясен. Ne yapıyorsun enişte? Ooo, pidelere bak. Noga razne pide duruz ya, noga razne pide. Enişte bize de atsana pide ya. Memnuniyetle. Şundan 3 tane at. Memnuniyetle. Şu ne pidesi enişte? Bu kıymalı pide. Kıymalı mı? Bu evet. Şey mi yapıyorsun? Vatandaşın şeyi mi bu? Evet. Который дома приготовишь и здесь привезешь, друзья, получаешь вкус на пиде, вот, они делают. Отлично. Вот еще. Сколько? С сыром. Эништи, что натыжал тебя? Enişte bir de kıymalı kuş, kıymalı şeyli olsun. Kaşarlı. İkisi de kuşbaşılı olsun. Baba masaya iki tane tek çubuk. Unutma. Kuşbaşılı. Ruzi, вот человек сам готовит на тестом. Вот заказал уже. Сейчас будет у нас отлично. Пиде. Я вам быстро показываю, как он приготовит. Полтора порцион, короче. Это полтора, это один порцион, друзья. Вот сейчас будет у нас вкусно. Ставаны. Уже со тесто готово здесь. Мои ребят куда пропал? А, сидит. Он мне, ребят. А. Нерде yeni dükkanın? Dünya gözüm orada. Vallahi. Yanaşıyoruz, evet. Oraya mı? Oraya çok güzel bir dükkan yaptık. 10 numara. Gelelim gidelim enişte. Sen bana bir konum at. Вот это кушбашылы, друзья. Специально делают они. Много мяса. Говяжье мясо, друзья. Внутри есть помидор, лук, перец. Ой, кузу дана. Кузу дана? Баранья кожа есть. Ve tek tek sinirleri alınmış bunun. Çiste mesela. Evet, bu özel hazırlanmış. En yumuşak yerlerinde. Sen bunu bana mı yapıyorsun enişte? Yok.
sana sıra var. Sıra mı var? Acımdan öldüreceğim seni diyorsun yani. İyice çek, çek seni, iyice çek. Ve sen doyurdun. Haydi enişten benim. Tamam mı? Tamam. Ver lan şundan bir parça yiyeyim lan, ver lan. Kendinden de. Ömründen de verin parça, o yabancının değil bizim. Azıcık tut oğlum lan. Hah. Tamam mı? Dışarı mı? Oo, süper. Evet. Ot idiot duruz, yetenin naaşı. Toto, bizi bir ayet et ha. Вот человек фарш привез из дома. Вот приготовит. Дома отвезет. Вот везет сейчас. Друзья, нам привезли пиде. Он их там с фаршем. У меня куш пошли. Аня тоже фаршем. Я вроде заказал с кошаром. Не важно. Не важно. Салат есть много. Перец, конечно, папа придет. Перчик. О, папа, сколько перец уже. Приятного аппетита, ребята. Спасибо. Вот, покушаем. И потом немножко катаемся радужком. Есть свадьба. Да. Да? Пойдем. Друзья, покушали. Ребят пьет. У нас свадьба есть радужком. Пойдем посмотрим свадьбу. Наша улица, я вам показываю, обычно я вот и здесь приеду, аптека, что-то нужен мне. Наша почта против. Кёксу джаттеси здесь, друзья. У нас практически все друг друга знают здесь. Пет-шоп открылись, у нас два штук был. Один уехал, наверное. Вот продают много чего. Уже вечер. И здесь больше народ курды живут, друзья. Так свадьба у них. У них мюзик совсем другой. Когда я приехал сюда в 2014 году, квартира купить, вот это только-только открыли, еще продолжают, видите? Дюрюм, вкусно туда. Сухофрукты еще. Вкусно сухофрукты у них там свежие. Хорошо, что много масла есть. Что разное. Посттовары магазин. Магазин для дома, что надо, что есть. Ого! Руку давайте. Наш пим, друзья. Вот. Еще один свадьба. Даже они снимают дроном. Длинно, халай, друзья, это называется.
Кататься будет, наверное, они. Thank you.
Все, пошли, ребят. Давай. Иса, Иса. Sarıletimiz biz arbuz yiyeli duruzca. Вот дальше наш дом стоит. Квартир, конечно, не дом, здание. Погода хорошая, друзья, не холодно. Просто кофту под футболком дети гуляют. И здесь свадьба, которая наш базар место, друзья. Во вторник базар мы едем туда. Вот это бюджетная свадьба, бюджетная. Если зал идет, там огромные деньги будет платить залу. Зачем? И здесь вот свободное место есть. Можно так. Один ночь. Очень хорошая. Они сейчас салют начинают. Пускают салют. Все. Когда 12 часов, все и домой. Вот ситуация такой. И здесь только попугай и рыба продают, друзья, маленькие рыба. Никакой кошка, собака нет. Одно время, Аня, я хотел купить. Нет, папа. Я заказал тебе, не перевезли. Ты знаешь, такое есть кошка. Одно глаз, разный глаз, который белый, кошка. Дорогая, но заказал, но они перевели. Говорят, там только город Ван надо. И здесь больше народ, город Ван. Ван? Да, Ван. У нас есть город Ван. Далеко. Где граница Иран. Да. Уже машины приехали. Сейчас поедем домой. Друзья, сегодня хорошо мы гуляли. Сегодня так море ездили, потом вместе покушали, потом свадьбу ездили, потом ходили много. Вот детьми уже так много чего мы делали. А сейчас дома приехали, уже так пора. Время уже 7 часов вечера. Вот быстро томнет у нас погода такую сейчас. Что делать? Вот домой сейчас. А сейчас каникулы были, друзья. У нас недели каникулы заканчивались уже. Завтра школа. Вот дети, если школа идет, мама рада. Папа без разницы, папа что, папа работает солидно. Все, вот такое дела. Люблю вас, дорогие зрители. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк у нас. Всем пока, увидимся. Пока.